Самый крупный долгострой Apple должен превратиться в серийный продукт до конца текущего месяца. Ресурс DigiTimes утверждает, что злополучная беспроводная зарядная станция Apple AirPower будет представлена до конца текущего месяца. То есть у Apple осталось чуть более недели для того, чтобы анонсировать устройство. Конечно, если эти данные верны. Источник говорит, что информация основана в том числе на данных о финансовых показателях Lighton, которая является поставщиком определенных компонентов для AirPower. Напомним, сегодня мы уже говорили о данной зарядной станции, отмечая очередное доказательство того, что продукт не отменен.